Не знаю, это нормальный инвент, но он играет. Ничего. Не проверял все. Ты думаешь, что-то увидит? Это аппарат. Масломер уже... свет есть, а этот только в глаз светит. Масломер почему-то право показывает. У нас 40 литров. А сколько фактически? 58. А его, не проверяли. Тот, кто... А если подумать? А если подумать, то тоже 58. Но его я не знаю, насколько он точно показывает. Левый-то показывает точно. Левый масломер сколько показывает? Должен показывать 48, по-моему. 50 литров. 58 литров. Ну, 42 литра. 58? Ну, левый, смотри. Правый сколько? Чуть меньше 60. Правый чего? Правый залили масло. Сколько там? 58, да? Левый 58, левый 55. Да. Маловато показывает для такого количества залитого. Может, он растекся потом по баку, масло такое густое было? Нет. Сколько залили? Залили... 4, как, не, какие 4? 5. Залили 5 ведер, да. Планировали 4, залили 5. Куда масло справа, видишь, как все делать? Или сливали? Нет, сливали, никто не сливал. Чудо. Не нравятся мне такие чудеса. А вы масломер-то меняли правый, да? А фактически в левом убирали. Так он же не рабочий же правый масломер. То есть, тот, который был не рабочий, вообще ничего не показывал. Сейчас покажу. Так вы их сейчас, сейчас там не масломер был не рабочий, там был у него разъем сломан. Сейчас разъем накручен. Ага. То есть с Ходынского, я так понимаю, поставили. То есть мы никогда не видели, сколько у нас масла получается справа по масломеру. Масломер. То есть мы сейчас первый раз видим, что показывает масломер, да? Или не первый, но, по крайней мере, перед пуском первый. Поехали потихоньку. От винта!